Я приветствую весь честный народ, хотя речь пойдет не о вас, а наоборот о людях не совсем честных. На мед не попал в ситуацию, которую, хочу вам рассказать и спросить вашего совета, как вы поступали в таких ситуациях, как вы избегали этих ситуаций, потому что никто не застрахован, мы живем не в стране эльфов, соответственно, и все может быть. На мою страничку ВКонтакте, я вообще ВКонтакте мало пользуюсь, иногда так просматриваю, пришло сообщение, некая дама Светлана Корнеева якобы пишет, что вот у нас есть магнитофон, а у мужа помогите продать, и присылает фотографии. Посмотрел, фотографии довольно хорошие, в смысле качества состояния аппарата, спрашиваю, что там еще, она говорит, есть демка на две песни, наклеечки, вот правая дека там не доворачивает, левая работает нормально, все в теме, все совпадает близко, так сказать, к тому, что может быть с этим аппаратом. Я подумал, это из России, где-то там из-под Питера пишут, посмотрел страницу, зарегистрирована вроде в Пскове, там страница этой дамы, или якобы дамы, не совсем свежая, там что-то какая-то минимальная активность. Я подумал, везти с России аппарат ко мне, и зачем у меня сейчас четвертый там в разборе, там делаю аппараты, зачем мне еще один. Пишу моему товарищу, Бел, говорит, ты хотел, хочешь? Он говорит, да, в принципе, он Polar, ты его получишь, купишь, если вы договоритесь, снимешь тюнер, пришлешь мне, я его перестрою, у тебя будет полноценный аппарат, вполне нормальный. Только, говорю, попроси дополнительные фотографии, чтобы ты вот посмотрел, увидел, что все хорошо. Он списался с... дан был телефон, он там, я не знаю, то ли по Вайберу, там, на смс-ках там как-то списался с мужем, якобы мужем. Через какое-то время он действительно прислал. То есть товарищ попросил фотографии там задней части, там открытых шахт, состояние головок. Вот все точно было прислано. То есть аппарат, видимо, стоял под рукой. Немножко отторговал какую-то сумму и, так сказать, ссылаясь на меня, и сказал, что вот давайте там к сделке, там работает ли у вас такая транспортная компания. Тот говорит, нет, такой нету, вот есть такая, я пойду покупать пенопласт. И товарищ проплатил. Собственно говоря, я про это забыл даже. Он мне звонит, ты знаешь, говорит, кажется, кинули. Я говорю, ты понимаешь, раз эта информация шла от меня, я как честный человек вступаю в половину. То есть я погашу тебе половину, чтобы ты не сильно переживал. Но бывает такое, то есть как бы... Он говорит, я ж проверил телефоны, пробил по Google Picture, нет, фотографии оригинальные, то есть человек отвечал, то есть аппарат был некто Григорий Олегович Лавринов, то есть и телефон действительно питерский был, и, в общем, номер карты там. Я потом в описании дам, чтобы вы не нарвались, мало ли. Вдруг, хотя они люди изворотливые, так сказать, с фантазией, наверное, какая-то другая карта будет, и будет не Лавринов, а, наоборот, Петров там или еще кто-то, то есть, как бы, никто от этого не застрахован. Я так понял, что работали конкретно под меня, потому что были ссылки на мои видео, и там человек был несколько в теме. Это не был какой-то боковой. Дело в том, что случаи попыток кидалова, и, наверное, кидалова довольно часты. Вот я смотрю, у нас там на OLX, это аналог Авито российского, выставляется, например, какой-нибудь дорогущий аппарат за полцены. И, как, что характерно, обычно указывается местоположение, какая-нибудь деревня на границе какой-нибудь глухой области с другой области, там чуть ли не в лесу. Это делается для того, что человек, если где-то в большом городе, говорит, у меня там есть там родственник или друг, он сейчас поедет, у вас возьмет, а так какая-нибудь там Забубеновка там или еще что-нибудь, предполагается, что обязательно аппарат надо посылать. Мой товарищ Илья из Одессы, он говорит, ты что, как маленький ребенок, говорит, это зэки балуются, они пишут там из зоны, разыгрывают людей, там, кто-то там
типа счет пополни, кто-то еще что-то, или кто-то там ваш сын попал в автокатастрофу. Ну, у них много в арсенале. У меня было такое, что я продавал какой-то аппарат, и звонок такой, говорит, вы продаете такой аппарат? Я говорю, да, вот мы хотим купить. Мы компания, там, трали-вали, ну, какая компания? И говорит, сейчас с вами буду говорить наш представитель. Ну, я так понимаю, что телефон передается другому. И он начинает мне рассказывать, мы вам сейчас перечислим деньги, но не просто так, а вот вы подойдите к банкомату и начинает там, а у вас там на счету есть деньги? И, ну, я так понял, что выведывается код, потом вот эти три последние цифры карты, и потом благополучно снимаются деньги. Есть, наверное, какие-то другие способы кидалова. Ну, вот в данном случае я считаю, что это, ну, не то, что мелкотравчатые, но, знаете, вот есть категория там, одна бабушка 1 рубль, а 100 бабушек уже 100 рублей. Ну вот идет разработка там конкретно под какого-то человека. Там, как вот я говорю, что в данном случае это было под меня. Потому что там смотрели явно мои видео, там были несколько в теме, а может и сейчас в теме. Может быть у них аппарат этот есть, просто человек получил деньги. Ну и потом, а что зачем посылать? Кинули, да и все. Вы понимаете, вот... Не денег жалко, ну как-то деньги это вот два раза на базар сходить, или я даже бак машины не заправлю за эти деньги, это там две трети бака, условно говоря, будет. Какое-то такое мерзкое ощущение, ну я же веду свой сайт Магнитолия, вел, я немножко забросил, и сейчас скажу почему забросил, потому что там начали тролли писать, и больше всего меня убило, что один из них написал, что вы знаете, что вот те люди, которые вам говорят спасибо за то, за что-то там, за какую-то консультацию, могут одновременно вас же и троллить, и издеваться над вами. Я подумал, в конце концов, да, ну, немножко снизил активностью, а, ну, тем не менее, я отвечаю на конкретные вопросы, а вот на этом видеоканале я тоже стараюсь людям показать, как решить с минимальными затратами их проблемы, да и консультации там и прочее. И это все делаю бесплатно. И никогда вы не найдете у меня там, я не буду зарекаться, вдруг я там стану какой-то совсем бедный, несчастный, может быть, попрошу денег, а ни от сумы, ни от тюрьмы не зарекайся. Ну, во всяком случае, никогда не было там какой-нибудь Яндекс.Кошелек или карта Приватбанка. То есть я делаю это бесплатно. Честно скажу, что три человека мне оказывали какие-то материальные вещи. Это Леонид из Америки, потом из Ирландии Дмитрий и Владимир из Италии. Это все наши, так сказать, бывшие сограждане, которые вот в силу обстоятельств оказались там, ну, за границей, в Литве, например. Дариуш, он проживает, гражданин Литвы, он там тоже там за какую-то концепцию. Я никого ничего не прошу. А, еще был Михаил, который прислал деньги на котов моей соседки, когда я там делал видео про несчастную женщину, которая вот, там ситуация плохая и все такое, она там котов содержит. Ну, у нее недавно муж умер. Я эти деньги передал, я даже видео сделал. Иногда бывает, больше ни от кого ничего никогда не было. Вот иногда даже и спасибо не говорят, а бывает напротив случай, когда у меня один человек из Алматы, по-моему, спросил, как починить 935-ю Ташибу, 983-ю Ташибу. Я полез в интернет, нашел, как, что ему сказал, потом он в следующий раз спрашивает, потом еще, потом он начинает обижаться, что я ему не это сказал. А потом я смотрю, он торгует аппаратурой. Думаю, ё-моё, ну... Я как-то прекратил с ним общение. Ну, мне еще раз говорили, что ничего не надо. Я веду это для собственного удовольствия. И для того, чтобы вам помочь. Ну вот взять еще на этом, хлопнуть. Ну, я, конечно, расслабился. Я, наверное, почувствовал себя где-нибудь в Швейцарии или там в Сингапуре, где можно оставить чемодан и прийти там через полдня, он будет стоять. Никто его не тронет. Ну что, вот хорошая наука. Илья говорит, что вам преподали урок с вашим товарищем. Вы, так сказать, курсы прошли за небольшие деньги. Может быть, еще какие-то есть способы? Ну,
У нас, например, транспортные компании, 2-3, там, например, Новая Почта, они, у них есть доставка наложенным платежом, ну, народ пытается, жулики, кинуть на доставки. Они говорят, оплатите нам доставку, скажем, туда-назад, вдруг вы там передумаете, не возьмете эту вещь, а я там попаду на деньги. Ну, по логике это правильно. Ну, опять-таки, люди посылают там 200-300 гривен, и все, и с концами. Ну, собрал оттуда, 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 и все, растворился. А я даже слышал, что покупают аккаунты на OLX, старые, потому что человек смотрит, вот недавно появился, и в ассортименте у него там калоши стоят рваные в продаже, и там какая-нибудь там, я не знаю, этажерка там или еще что-нибудь. Ну, понятное дело, что человек насторожится, дорогая вещь, и больше ничего, и этот аккаунт там 3 дня создан. Нет, они покупают, то есть там, аккаунты, и, ну, максимально стараются вызвать доверие. Я не могу сказать, что первый раз такое со мной случилось. Меня кидали на большие суммы. Я помню, там в молодости мне один африкан из Эфиопии там возил аппаратуру, и я ему давал большие суммы, а потом на маленькой сумме, то ли он собрал с кого-то деньги и уехал, и с концами. Я обращаюсь к его девушке, она говорит, а мы уже больше не девушка. То есть, как бы. Я помню, конечно, это был шок там на пару месяцев точно. Но люди отходят, потом я еще большие суммы терял. Ну, как-то жизнь, она идет своим чередом, вытесняется плохое хорошим и, соответственно, забывается. Но зато я могу сказать, что я никогда никого не кинул. И вот там, продавая аппаратуру, мне пишут, а вот, а это. Не, ребята, вы можете там обидеться на меня, вместо оговоренных 22 царапин, вы можете там считать 24. Или еще что-то, может быть, какая-то ерунда. Но вы всегда получите, вот, так сказать, свою вещь, и ваши деньги не пропадут. У нас отладилась система с моим товарищем, который в Белгороде. Канал такой четко работающий. Иногда, правда, бывает в силу того, что он не бывает в городе, а у него работа связана с разъездами, и, соответственно, он там мотается по городам и весям. Может быть, не сразу отправляется вещь, но она никуда не денется, так что в этом смысле можете быть уверены. Знаете, вспоминаю из-за необыкновенного концерта Образцова объявление товарища Пломбова, когда он говорит, что знают даже детишки, что на верной дорожке только ансамбль хорошки, все остальные плохишки. Ну, не буду говорить, что все остальные плохие, но во всяком случае за себя я гарантирую. Я помню, как-то вот в те времена, когда тусовался на ШИЗе, там тоже как-то, ну знаете, уже складывается сообщество, ты понимаешь, этот нормальный человек, там, собственно говоря, с многими познакомился оттуда, там и с Ильей из Одессы. Ну и там были какие-то терки, кто-то кому-то не дослал, кто-то там какая-то. То есть гарантии нет нигде. Как вы поступаете? Мне просто интересно ваше мнение. Напишите, как пытались вас развести, как развели. Потому что я знаю многих коллекционеров, которые там деньги перечислили и с концами. Ну, в моем окружении, во всяком случае, все через это проходили. И меня один раз тоже пытались, ну, я как-то вот вовремя успел, посмотрел, что карта одного человека, пишет другой человек, фотографию пробил через Google Picture, а она там из интернета, сами понимаете, это первый признак, и, как говорится, в общем, такая ситуация. Ну, я этой Светлане Корниловой, она же Олег Лавринов, или как там, Григорий Лавринов, он же, как говорится, еще кто-то, а воровка на доверии, волосы подкрашивает с рептоцидом, передаю привет. Надеюсь, вам эти деньги пойдут на лекарства. Так что я это говорю как материалист. А как законченный атеист, я хочу сказать, что Бог что-то забирает и что-то дает взамен. У меня вчера родилась внучка. Вот это хорошее дело. Дочь в Берлине, это долгожданный ребенок. Так что прибавляется нашего роду. Я очень этому рад. Вот примерно, что я хотел сказать. В конце хочу сказать, что, ну вот, мелко, товарищ Хоботов, как говорится. Вот у меня есть книжка, она, видите, зачитана, ну, не до дыр, но очень сильно. Называется
Займы дают только богатым. Записки короля, мемуары короля мошенников. Но я уже несколько раз перечитывал. Но фантазия этого человека, ну, как бы, так сказать, можно удивляться его уму и его жизни. Очень рекомендую. Там, правда, тираж был маленький, я давно-давно ее купил. Займы дают только богатым. Арман де Ларашфуко. Это то ли внучатый племянник знаменитого философа Ларашфуко, у которого были максимы там разные. Ну, например, люди не могли бы жить в обществе, если бы не водили друг друга за нос. Вот его максима номер 87. Там, или еще какие-то там максимы. Очень интересная книга. Ну, сочтите это рекламой. К сожалению, она отпечатана 3000 экземпляров. Эксмо. Не уверен, что вы ее найдете. Я ее покупал очень давно. Но думаю, получите удовольствие. В 2003 году еще была. Книжка эта написана. Вот примерно, что я вам хотел сказать, рассказать. До свидания. До новых встреч.